Мы вас приветствуем, если есть желание что-то передать, сказать нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, Лена, нервничаешь? Плохо стало? Не переживать. Ну, проси. О, у нас есть старший, мы будем же ездить. Опа. Давайте в клин еще раз подключимся. Лена разволновалась, а мы еще больше за вас. Вы знаете, вообще не свойственно это состояние, я просто сама удивилась. Это, наверное, от того, что мы настолько благодарны, что вы признали нас. Мы 8 лет ждали этого момента. И вот эта отеческая любовь старшего брата, как вы нас встретили, тот ужас, который войны мы за 8 лет там натерпелись, и тут такую получили отеческую любовь. Лен, мы тоже очень переживаем, конечно, за все, что происходит. Мы знаем, какие годы потратили... провели семьи вот в этой чудовищной ситуации, но одно дело предполагать, другое дело там находиться. Поэтому наша задача сделать так, чтобы вы настолько, насколько мы это можем, почувствовали нашу любовь, заботу, внимание к вам. Ничего нет лучше родного дома, это понятно. Но наша задача сегодня сделать так, чтобы и Подмосковье было вашим домом. Вы должны знать, что мы вас всех очень любим и очень ждем всегда и переживаем. Переживаем за все то, что там происходит. Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. И ваше состояние, я думаю, все, кто нас сейчас смотрит, тоже все прекрасно понимают. Поэтому уж ради бога, нас тоже извините, что мы вас пригласили на разговор. Что? Нам это тоже было важно.